alguien que la grabe cantando. Видите, 51 штангу готовится с Ринкицким. Штангу готовится с Ринкицким. Сейчас супер. Отдай мне еще. А тебе можно? Не все не отпердишься на жизнь. Ну ничего страшного. Главное, что на присед закончился. Да присед, мне кажется, самое вообще такое классное. Классно. А что тебе нравится? Какое больше всего тебе нравится упражнение? Присед нравится, потому что ноги появятся. Для меня, к примеру, самый нелюбимый – это жим. Я жим тоже не люблю. В смысле, не люблю, потому что он обычно классика. Дэн приседал, ноги дрожат у всех. Нет, у нас более сочувствия. Приседали все вчетвером. На шатырь нюхаем. Нанюхались. Обед у нас на шатырь. Хорошо, не жарко, я поспал, как раз была такая погода. Ничего не шумит. А что с Данью? Я открыл полностью машину, спал? Я открыл окна, у меня в одно окно вдувает, другое выдувает. Это хорошо. Ты в машине спал? Я представил, что я на поляне на травке лежу. Нормально. Главное, что не белая пах. Ну да. Коричневый не намного лучше. Ну у тебя только вот здесь коричневый. Втирай. Втирай. Здесь бы не лохануться. Вроде жим обычный. Ну ты, кстати, здесь собирайся, потому что это, мне кажется, самое по технике самое тяжелое упражнение. Как считаешь, Паш? Ну не знаю. Потому что нужно все контролировать там. Поясницу, ноги. Я не шевелюсь. Команду главное слышишь. Вот Паша каждый раз тоже жала, помнишь, что нога скажет. У Паши твист там на ногах. Он вообще твист. Нет, а там нормально у него он было. Нет, он не завеса. Он твист, просто он ложится, да, он еще ничего не делает. И что-то там ногой выщупывает, там, знаешь, так жестко, здесь не жестко, так всех тараканов подавил. Ну не знаю, у него, помнишь, он, в принципе, может быть, он нащупывает, но когда он жмет, обычно у него ноги я стоят. Я смотрел за техникой Кирилла и за его. У него пляшут ноги. Просто сами по себе просто. А Кирилл жопа. Ну потому что он прогиб пытается. Ну, мозг пытается сделать большой. У меня жопа каменная к полу, ноги я не шевелю. Я даже стал чуть закладывать ноги назад. Надо посмотреть все. У Кирилла мост пытается большой сделать вечно. Я тоже мост пытаюсь. Между курсами. То в курсе, то в теме, да?
я буду средний мост что-то делать, но не мост, а такой чего-то подобный. Ты экспериментируй, делай как на тренировках. Да, делай как делал на тренировках, и все, ничего не надо нового придумать. Вы готовы, Ирина? Чего? К чего? К завтрашнему дню. Конечно, мы всегда готовы. Жим наше все. Ляжешь с фотоаппарата прям. Да, прям лягу-то с селфи такая, сейчас, смотрите, вот так вот. Нормально. Или пришла на такую камеру специально, прикрепил на штангу, да, такая лежала. GoPro такая, на лоб, там, на лоб, везде на колени, везде GoPro. Да, ты нас заставил поволноваться. Да, Паш? Еще все впереди. Все волнения еще настановые будут вам. Лучше рисковать, 90 начнем, а там... Ну, 102 я не взял, надо было 100 делать. 102 я не взял. 102,5 не взял, точнее. Паш, ты просто вообще этот музыкант. Пойдем, поднимаемся. Так, присед прошел. Что у нас осталось? Остался у нас жим и тяга. Выступление осталось где-то полчаса. Идем в зал отдыхать. Я отдыхать, Дэн разминаться. Задний ракурс. Ирина еще себе не наприседала задний ракурс. О, все огромные качки. Тренер, что ты скажешь? Я не тренер, я... Кто? Ассистент? Даватель по щам. Даватель по щам. Спортсмен, что скажешь? Я чувствую, мне даватель по щам отомстит за свои щи. Мы определились. А ты кто? Он даватель по щам, он спортсмен, а ты? Я группа поддержки, мы в него верим. Так, сейчас будем делать разминку. Болел. Фантомный боль. Довольно ищи, Дэна. Я не знаю, что это за место.
Тебя? 2 минуты ожиданий. Что ей снимать? Я не занимаюсь, я не могу носить такую майку. Привет. Домино. Счет. Ну-ка, открывай. Зачет